Так, ну чё, последний стрим по Вартеусу, наверное, давайте проведем, подзакроем. Ну, попробуем подзакрыть долги. Попробуем избавиться от этой игры. Ой, ёлка. Сейчас я управление всего этого добра вспомню, как это все делается. Ну, по идее, мне вроде как надо только закрыть квесты, которые в провинции Гринмир. Соответственно, загнать стаю, пообщаться с духовным наследником, с народной общиной пообщаться и поучаствовать в расследовании братства. Но мы немножко маловаты по уровню, поэтому посмотрим. Плюс у меня еще есть какая-то первая помощь. Я не помню, что это за место, если честно. Пограничье. Там, по-моему, новый регион, что ли, находится. Не помню такого, откровенно говоря. Буракаменск помню. Неужели там реально новый регион находится? Ну, в любом случае, давайте пойдем в крепость братства, посмотрим, что они нам там скажут. Там дальше видно будет, куда и как направить наши стопы. Потому что я для этого региона немножко маловат по уровню и снаряжению, к сожалению. С кем тут пообщаться-то надо? Давай с тобой. It would be advisable for you to train more before taking on this investigation. Competition between the companies will be fierce. Ну да, он говорит то, что надо потренироваться перед соревнованием, то, что слишком жестко будет. Можно лук улучшить, кстати. It would be advisable for you to train more before taking on 23. this investigation. Ну, допустим, хорошо, давайте тогда не сюда пойдем, а пойдем к тем инквизиторам, между которыми там конфликт происходит. Может быть, мне в том регионе надо сначала типа потусить, не знаю. В принципе, благо недалеко. Да, давай. Я, конечно, все забыл уже, и управление, и способности, и отряд свой тоже немножко подзабыл. Как тут все это делается? Можно на бандитах размяться, кстати, давай. Вспомним, как весь этот процесс делается. Вот. Ну и плюс, тут, походу, все-таки какого-то конечного конца нету. Поэтому смысл, как бы, сколько времени уделять этой игрушке, я, наверное, реально поиграю сегодня последний день в нее и спокойно потом удалю. Так, ну что, давайте вспоминать, что к чему, куда и как. Давайте Мишу, наверное, вперед пошлем. Ты кто такая вообще? Не помню. Ничего не помню. Откровенно говоря. Так, да, муху туда, наверное, тогда поставим. Ай, ну и пускай Мишутка первый ходит, наверное, по традиции, да, разваливает кабинцы. Да, и вот так вот. Молодцом. Как всегда, прекрасен. Так вот, поэтому шарахнем. Ну, сразу видно, в регион по уровню зашел, да? Соперники хотят отступить. Да не, давайте уж замочим всех еще. Смысл отпускать. Так, это что такое? Угу. Понял. Да, вот так вот тогда.
Кто у нас следующий? Ну давай тебя, получается. Но ты не добегаешь. Ну пофигу, давай ты тогда подползай сюда. Пинка тебе. Блин, я не хочу капкан наступать. Вам пускай тут стоит. Дать человека и кошку туда пошлю. А, человек, кошка не добегает. Эва, на чё? Ну ладно, сейчас тогда. Чё-нибудь сообразим. Нормально. Давайте тест туда пошлем. Угу. Так, Демонсинов, давай. И ластецкий удар остается за мукой. Да что ж такое, попасть не могу. Угу. Минус кабинка получается. А, даже брать ничего не буду. Да, пошли. Ну, если я правильно понимаю логику, то по идее я попаду в регион, где мне все будет по уровню, наверное. Я надеюсь. Блин, но с другой стороны... Тут же как бы есть квесты, да? Они же по сути не бесконечны, я имею в виду именно квесты, которые по локациям раскиданы. И карта здесь тоже не бесконечна, так что технически же все это можно пройти. Можно, конечно, жестко упороться. Прям. Засесть. Все локации облизать, обчистить, да? Но тут нет такого как бы интересного контента, которое хотелось бы прям оббегать, общупывать, обсматривать. Игрушка хорошая сама по себе. Она, ну, по-своему залипательная. Медитативная даже в какой-то степени. Так, я опять не смогу там залезть, потому что там я вроде как оставлял веревку для спуска, подъема. Да, вот она находится. Айда. Подходим. Угу. Давайте лагерем отдохнем здесь. Так, 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 так. Так. Деньги тоже давай. Отдыхаем. Угу. На выход. Так, ну это какой-то снежный регион. Я ж правильно иду, да? Да, правильно. Драмбахское пограничье. А почему не Драманбахское пограничье? Хотя я вроде бы сюда приходил, и тут вроде как прям очень жесткие типы были. По-моему. Да, вон, аж красным горит. Давайте, во-первых, сохранимся. Просто, ну, тогда можно в Каракское пойти, либо в Разбойничье. Выходит, у меня еще раз, два, три, четыре. Четыре региона не залутано, да? А здесь разве дорога куда-то была? Нет, тогда имеет смысл грузануться, наверное. Ах, да. Тут же грузиловка такая, не самая удобная в этом плане. Ну, если я, допустим, вот это загружу, куда это меня откинет? Давайте посмотрим. Давайте глянем быстренько. Я, может быть, еще сегодня ночной стрим устроил по зомбоиду. А, это начало схватки, ну, сойдет, ладно, давайте.
Пока. Позволим ему сделать один выстрел. Угу. Странно, кстати, что горение работает, когда дождь идет, да? По-своему. Недосчет, я считаю. Какой-то сплошной. Пускай валят. Так, дать тогда назад пойдем, окей. Ну там я, по идее, не смогу пройти. Или все-таки смогу. Дать попробуем. Посмотрим. Мы чисто так, наверное, пошляемся сегодня по карте. Я поразмышляю на тему того, как мне поступить с этой игрой, да, и потом уже приму волевое решение. Либо концовый конец и с глаз долой сердце вон. Либо не знаю. Ну, либо будем дальше сидеть, гонять наших маленьких ребят. Потому что, ну, третий Baldur's Gate, он какой-то... не настолько вызывает восторг, как хотелось бы. Он просто окейный, а второй, ну, он старый. А что-то новое начинает, но у меня рука не поднимается, потому что у нас так куча всего недоигранного. Ну, если начинаю напоминать какого-то тиктокера, УКРщика какого-то, которого руки чешутся на все, да, он все запускает, все начинает пробовать и в итоге нихера не заканчивает. Но это неправильный подход, я считаю. Немножко дурацким даже сказал. Здорово, Мишут, как дела? Вот скажи мне, ты же довольно много, по идее, работаешь. Ты ее как, прошел до конца или нет? У меня вот такой вопросичек к тебе. Важнецкий. Если тут, скажем так, титры и сцена после титров, как в фильмах Marvel, например. Я думаю, что нет. Так, профессор Хадвиг. Are you planning to go to Ludern? Вы направляетесь в Ludern? Ну да. You'd need to free an innocent man from an unjust fate. Надо спасти человечка. Are you interested? Ну давай. As you know, много начинал, хотел идеально пройти. Despite our many warnings, one of our soldiers made the terrible mistake. Я так понимаю, так и не закончил, да? His family is very worried and fears he might be dead, but our sources have given us hope. He is awaiting his trial at the Stone Court. Bring this man back to us. The toll applies to all kingdoms. I hope you have enough to pay up. Держи пограничный пропуск. То есть получается действительно. Тут еще региончики есть. But I don't know how to get there. She should be able to help. I beg of you, let me pray in. Понятно. Никто ничего интересного нам не приносит. Окей, заходим внутрь. Давайте посмотрим, как там в этом региончике. Может, тут полегче будет. Конюшня, давайте зайдем. Только стартовая локация нормально звучала. О, ну понятно. Понимаю, понимаю. Ладно. Да ёлки-палки, я уже забыл, как это делается. Готово.
Иногда я проклинаю Oblivion за то, что он добавил мини-игры на взлом. Потому что у меня отсчет именно с Oblivion пошел в этом плане. Давайте еще один сундук взломаем. Да что ж такое? Шмарич, надо будет отмычек наделать. Я уже просто-напросто все подзабыл, как тут правильно. Хотя, ну, что-то забывать фактически все довольно легко. Шевели отмычкой, нажимали левую кнопку мыши, фактически, и все. То ли замки сложные попадаются, то ли мне лень заморачиваться. Монетки, клыки. My mother died 20 years ago. I saw her get eaten alive by the plague ridden. But now my father wants to go and rescue her. Whenever I turn my back, he grabs his bow and tries to jump out the window. He's going... Так, батя хочет спасти свою жену. Понял. She deserves to rest in peace. Вот что, ходячие начались, получается, да? Требуется 9000 влияния? Офигеть, у меня столько нету. Мужик, у меня столько нет в наличии. Надо всю игру, что ли, прям сейвить для этого момента? Не, ну если здесь придется драться с чумными чуваками... весь стрим, то может быть действительно тогда мы подождем с откладыванием этой игры. Андрей. Медведи нападают. Хотели показать мне Baldur's Gate и секс-сцену, но у них ничего не вышло. Блин, ну раз тут столько регионов, я-то думал, у меня последний остался, а оказывается нет. Походу, действительно придется подзадержаться, что ли, в игрухе. Эх, жесть. Ладно, сейчас что-нибудь сообразим. Здорово, не с двумя, а с тремя. Их тут трое, здорово, Марджес. Их аж трое, понимаешь? Насколько все печально тут для меня. И они еще жесть какие плотные. Три медведя и мишутка, да. Все верно. Косолапая секс. Сцена получается какая-то. Да. Жесть. 106 дамаги, кстати. Но это критулька прошла, потому что фактически. Так мало дамаги нанес, серьезно? Я что-то думал, что он больше ударит. Правда, этим теперь вдвоем там теперь пройдешь, конечно. Ну, да ладно. Ладно, иди займи вот этого медведя. Ну мы походу сюда по уровню пришли. Как мне кажется, это хорошо, я считаю. Очень хорошо. Блин, ты даже добежать не можешь, отец.
Но это все грязь. Это дурацкая. Не дает нам тут нормально разойтись. Двадцать шесть, ништяк. Вот что шляпа смешная делает на башке. Все благодаря ей. Это что такое было? Почему он столько дамаги получил от кровотечения, что ли, у него было? Наверное. Так, ну медведя можно спилить, но я, наверное, не буду этого делать. На кой меня медведь? Как бы да, у меня есть мишутка, которая получает бафы за наличие медведя, но эй. Они столько жрут просто, так мало приносят пользы в отряд. Начинается новый раунд. Поехали. У-у-у-у. Так. Ну давай вот так вот тогда. Раз. Два. Блин, ну я не хочу по своим попасть просто. Ладно. Так, тогда скипнем, получается, удары этим. Да, они же еще с первого пичка не ложатся. Отступить хотят, но уж нет. Я медведей не отпущу. Зря они на меня напали. Ой, зря. Так. Угу. На, посраки. Стеной. Раздача рыб, да, там этот самый раздает черную книгу, которую я купил, которую я хочу пройти, да, но ее бесплатно раздает. Ну, мне смысла нету ее брать, она у меня уже есть фактически. Но если кто-то хочет, то да, запрыгивать и берить. Игрушка, по идее, неплохая. Но я в нее не играл. Поэтому. Ориентируюсь только слухами. Так, арена. На арену сходим. Почему нет? Well, well. It's not every day that we see fighters like you. You're not from around here. Давайте подеремся так. Давайте Диман Синов пойдет. Куда он делся? Вот он. А, вот. Так, Диман Синов. Мишутка. Кого еще послать туда можно? Кэпчика. И последним. Давайте Арли пошлем. Пускай они дерутся за меня. Вон Кэпчик не может двигаться. Да без проблем вообще. С радостью постоять на месте. Съебывают из боя, отлично. Это подло, конечно. Это подло. Так, дальше ходят собаки, да? Давай тогда, наверное, ты походишь у нас. Они еще привязаны, как-то странно, кстати, смотри. Интересно. А ты ответный удар сейчас не можешь прокинуть?
Видимо, нет. Жаль. Бей тогда. Давай ослабление на него накинем. На нее, точнее, это бабка, как это непонятно вообще. Угу. Угу. Ну да, я в этом регионе прям перекачанный даже немножко пришел по ходу. Судя по всему. Ну и хорошо. Ну и замечательно, я считаю. Угу, иди отсюда. И херась у тебя револ, блин, а. Чел. Жесткий. Да, вот так. Угу. Я не душу, у меня такой большой размах у этого топора. Он как будто бы больше стал. По ощущениям. Все спутники должны двигаться. Да, херня вопрос, как говорится. Давай ты первый походишь тогда. Угу. Так, вот собака и откисает у нас, отлично. Минус еще один песель. Так, ну, давай сюда встанешь, не знаю, бей вот так. И со спины. Угу. Иди отсюда. Что ж, это было просто. Даже чересчур. Так, выберите подарок. Каждый раз, когда спутник использует минимум одно очко доблести, ему дается защита на один раунд. Повышение критического удара. Давайте, наверное, критический урон повысим. Угу. Так, чиним. 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 А, нет, давайте потеряем. Наверное. Угу. Если не для всех бойцов. А. Это доблести накинем. Угу. Поехали. Не атакуйте одного и того же бойца дважды. Ладно. И как скажет он. Типа дважды разными персонажами или одним и тем же? Первого знаю. А, буквально дважды, понял. Но это бред какой-то, конечно. Не заметил, вот это давай творим. Срать на требования, в принципе. Ой, ё, вот это я чуть не предвидел, малёха. Кепчик, получается, даже выстрелить не сможет, да? Неловко уж. Ну, у них численный перевес какой-то несправедливый, если так посмотреть, да? Это мне не нравится. Да ты достал. Накидывать на вентилятор, блин. Что-то у них платки какие-то супер длинные, я бы сказал. Так, ну,
Дай-ка мы лучше отступим, наверное, просто из боя и не будем париться. Оп. Что-то Мишутку, конечно, жесть как покоцали, блин. Пипец. Ни за что, ни про что, фактически. Рядом с союзником каждый ход должен завершиться. Ну, мы попробуем, блин. Я отсюда. Ты еще живой? Вали, говорю, давай. Не знаю, встань здесь. Так, минус собака, отлично. Давай сюда. Блин, так ты сейчас Мишутка из битвы выйдет, по идее. Если вот эта херня в него саданет что-нибудь неприятное. Но он на волевых фактически вытаскивает, смотрите. Хорош. А, ну и потом его собака дожрет. Подлая. Да. Ну, это, кстати, первый раз, когда у меня кто-то из боя вот так вот выбывает на арене. Я не знаю, можно ли будет его в следующий раунд протащить, но, наверное, да. Наверное, да. Собака сутулая. Угу. А, пардон. Я за кэпчиком походил, оказывается. Угу. Так, пока враг окружен, у него будет дисбаланс. Каждый раз, когда спутник наносит критический удар, он накладывает кровотечение. Давайте вот это возьмем, наверное. Так, починить, исцелить. Давайте исцелим, получается. Тебе броню, броню, броню. Угу. Давайте дальше пойдем. Блин, ну то, что Мишутка без броньки, конечно, это отстой. Надо его, получается, последним выводить. Отлично. Молодцом прям. Так, ну ему, по идее, поводок уже не должен позволять дальше идти банально. Я надеюсь. Угу. А, у тебя еще и остаются хпшки при этом, да? Ну ты мразь. Ну вот теперь все, валя отсюда. Ё, не трогай кэпчика. Кэпчик не виноват. Не трогай кэпчика, говорю. Паскуда. Да куда три атаки-то, слышь? Мразь. Чё творишь? Маленьких обижать нельзя. Моя очередь, значит. Знаете, вот так вот, блин, козлина. Угу. А чё за второй шанс, блин? Дается им интересно.
А, типа, им по несколько атак дается, походу. Да, банально. Угу. Ну, это подло. Это подло. Кэпчик не должен получить урон, но это легко. Это изи, я бы даже сказал. Ну у тебя 5 хп осталось. Чё ты тут, вот за что ты будешь драться, а? Вот за что ты сражаешься? Да, истекай кровью, валя отсюда, позорище. Давайте силу в численности возьмем. Так, броню. И очки доблести. Поехали. Так, ну теперь драка с чемпионом предстоит. Это капец какой здоровенный медведь, оказывается. Понял. Так, мы немножко избавим себя от вражеского присутствия. Угу. Выстрел феромонами, что, простите. Звучит отвратительно. Давайте по тебе прописывать. Потихонечку он тогда стрелять не сможет, по идее. Бля. 52 дамаги. Нет, он может стрелять по-прежнему, мразь. Это подло. Давай тогда вот так вот. Угу. Ух, бля. Там мешут сейчас это самое, зажрут нахрен. Угу. Тогда давай перетягивай на себя лучше. Скана на демансиного агрица. Или оно, или кто это вообще? Мужик какой-то, походу. Херня, а не атака. 4 дамаги всего лишь. Отлично. Да, лучше пускай на демансиного нападает. Надо как-то Мишу спасать, получается, от медведя. Мы главнюка выбили из боя, отлично. Просто замечательно. Давай тогда, получается, вот так вот делай. Во, отлично, отлично. Размансовываем это дерьмо. Угу. Ух, бля, нихуя. Больно. Так, ну по идее медведь не должен никуда пойти. Пёс не дотягивается. Это хорошо. Давай тогда встань со спины. Бей. О-о-о. Моё почтение. Вот это ты прописал, конечно, основательно. Поехал.
Как он там еще ножками засеменил. По делам. I hope you will wield it with pride. Come back whenever you want, mercenaries. Бывай. Получили новую снарягу. Тренировочный манекен. Ваши спутники получают на 5% больше опыта в бою. Давайте возьмем. Болотная фляга. Звучит отвратительно. И книжки на навык. Забей. Так. Манекен. Причем его можно улучшать, судя по всему. Это хорошо. На выход. Спутникам нужен отдых. Я полностью это поддерживаю. На самом деле, давайте отдохнем действительно. Так, как там изготавливают-то? Во, манекен. А все получают больше опыта. З. Так. Лук плюс 39 35. Ну, если вкачать этот лучецкий, то в принципе неплохим будет, наверное, оставлю таким. Ну, при себе его просто. Давай, наверное, в этот самый уберем в лагерный сундук все это добро, чтобы мне глаза не мозолило. Очками там делится. Опа, Арли зато вкачался за счет этого. За стоянку, что ли, серьезно? За использование манекена? Удачно. Так. Давайте, наверное, усердные тренировки возьмем и повысим тебе движение. Да. Так, восьмой. Ну, тебя можно, получается, качать. Да, иди сюда. Так, а как мне Арли снять? Наконец попал. Иди в палатке, отдыхай. Делись. На выход. Опять. Раз в пень давать, а то я не уверен, что сохранился. Алтарь. Похер, давайте заберем. Какая зловещая местность, смотрите. Репота. Блин, игра, как назло, начинает становиться чуть-чуть интереснее, конечно, чем бы она была до этого, но... Я думаю, это обман, чтобы набрать класс или что-то. Мой weapon? Oh, it's called Bog Thunder. Legend has it, my family inherited it from the Tools. This weapon is vital to anyone traveling through the swamp. I can give it to you. Болото. But you'll have to do something for me. Вот тут вы меня потеряли, конечно. Я на болото не люблю ходить. Здорово, Декс. I'm gathering alchemical reagents to sell at the border. And mosquito proboscises are in high demand right now. 20 хоботков комаров. Омерзительно просто. Ну, давайте походим, посмотрим, что у нас тут. Блин. Блин, спя. Нихера не видно еще к тому же. Че, как вот, да, я вон волевое усилие над собой сделал, чтобы в эту игру ворваться. Сижу, смотрю, тут оказывается еще куча регионов.
который надо защищать фактически. Я думаю, как быть, типа, потому что, ну, как такового сюжета же здесь нет. К тому же здесь очень злые медведи. Давайте мы их отпиздим за это. Ну и как бы оставлять незавершенную эту игру тоже не хочется. Тяжко, короче, тяжко. Банально. А у тебя чё как? Вальтазарион. Добрый вечер. Добрый. Наидобрейший, Андерсон. Добрейшие, добрейшие, добрейшие вечера и вам. Желаю тоже, сударь. Ну или не сударь. Кто вас разберет в современных реалиях нам. Так, чувак, кошка, давай сюда. Хороший удар. Сударь, сударь, это хорошо. Так, и запишем. Обысь. Хотя, в принципе, знаете, если я хорошенько раскачаюсь на вот этом регионе еще одном, то по идее все те, которые я уже посетил, да, и где мне накостыляли, там уже не так сложно будет, и мы довольно быстро все проскочим. Нет, медведи я не отпущу, я их на мясо буду пускать. Айда. Блин, может вот этот вот топор у него раскачать хорошенечко. То, что он так им разваливает, конечно, мое почтение. Мысля, конечно, в принципе, почему бы и нет. Не добей. Вот как ты можешь попасть так в своего, а я понять не могу. Что у тебя с прицелом, дружище? И этот туда же. Безобразник. Так, а мне интересно, что в этой пещере будет? Что же они тут такого охраняли? Что ж, давайте узнаем. Факелы. Кукла охотницы. Давайте возьмем. Ну и факелы давайте уже захватим на самом деле. Надо отмычки наделать. Я и забыл про это. Да елка, привычка. Обливанская какая-то у меня пошла. Не ту кнопку нажимать. А у меня сейчас отмычки кончатся. Такими темпами. Ну нет, слава богу, умудрился. Золотой ключ. Да, но от чего? Вот в чем вопрос. Здесь можно пошуршать немножко. Угу. Ну, вроде бы
все. Странно, что дальше нельзя пройти. Ладно, на выход. Так, ну, давайте наделаем, получается. Отмычек. 26 штук. Угу. Надо что-то еще сделать. Давайте. Отличный крючок сделаем один. От руды поизбавляемся таким способом. Угу. Что-то разобрать. Да нечего особо. Что-то приготовить. Да. Давай два угря. Три окуня. И все еще маленький перевес. Да что ж такое. Что-то выкинуть. Да, манок выкинем. Рыбий жир. Куколку эту маленькую тоже давай. А что у меня столько места-то жрет? У меня же ничего особо и нет, фактически. Тряпки разве что, но... У меня их довольно мало. Кого-нибудь напошлем работой. Сидр можно нафигачить. Я, кстати, не понимаю прикол бочки, типа. Ну, можно винище херачить. Но оно слишком мало дает бонусов каких-то, по-моему. В этом плане. Так, ну, например, становится рановато, я считаю. Ну, давай тогда кусочек конопли выкину, так и будет. На выход. Идем дальше. А чем ты торгуешь? Слушай, погоди-ка секундочку. Давай посмотрим. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Угу. Так, ну, забирай сапфиры. Я помню, что мне что-то нужно было для крафта брони, более жесткой, но я не помню, что именно. Порошок, по-моему, у меня в большом количестве и так есть, да. Алхимические отходы вроде как еще были для чего-то нужны мне, но я не уверен в этом. Мне надо город какой-то найти просто. Эти монетки возьмем, остальное не интересно. Тюрега, давайте зайдем. Что у нас? Да ничего, в принципе. I am legally obligated to give you a reward for each outlaw you bring in. Кубики. О. Что, я в кубы теперь могу играть на привале своем? Ну-ка, погодите. Давайте тогда сразу сделаем. Изготовить. Два напарника. Да, человека и кошку туда. Пускай он сам с собой играет. Пока что. Потом кого-нибудь туда приставим к нему. Блин, я надеюсь, мне не придется здесь по лесам ходить, потому что мне бы не хотелось, если честно. Тайга какая-то непонятная, прям жесть. Но мы, давайте зайдем, посмотрим, вдруг что-то там найдем интересное.
Кабаны? Слышу кабанов. Ага. 8 уровня. А, ну мы, получается, прям по уровню сюда пришли. То есть я 8, они 8. Ну, окей, дойдет. Так, ну что ж, товарищи кабанщики, вы решили на меня напасть большим таким стаком, я так посмотрю. Офигеть. Ладно, поехали. Это сколько мы сейчас мяса тут наберем фактически себя? Много. Очень много. 17 кабанов на нас напало, офигеть. Так, потом планируется свиноматка нападать, да? Давайте мы человека и кошку туда отправим куда. Пускай он с ней разберется. Достойно. Еще здесь кабан. Ёперный стыд. Что так много-то? Угу. Это кабанье безумие. Давай отсюда, наверное, ударим. Угу. Что так шашлыка захотел? Наверное, это неправильно, да? Хотя. Ох, ладно, лучше не думать об этом. Долго их бить, конечно, правда. Ну, у девчат, по-моему, у них уже инистая сталь в плане оружия, поэтому они должны основательно бить. Вроде как. Но они просто, видимо, по уровню слишком догоняют нас, поэтому мы их и не шотаем. Наверное. Так, давай тебя. Угу. Правильно решил сделать. Так и надо. Так, кто у нас тут? Давай, ты, наверное, походишь. Тогда так и быть. Ты у нас пока вообще самая слабая, кстати. Я надо прям с нуля собирать фактически. Причем я не помню, откуда она вообще взялась, если честно, в открытии. Скорее всего, я ее нанял сам взамен кого-то. Но взамен кого? Не помню. Ну вот те кабаны, которые там, они что-то это самое, перестали активно наступать. Они там встряли все и стоят. Ждут чего-то. У моря погоды, наверное, я не знаю. Давайте их встречать там всех. Блин, мне теперь 10 лет ползти до этих кабанов там.
Угу. Это надолго. Давай подходим. Не дотягиваемся, а если так, в другой раз. Подойдем поближе еще немножко. Давай ты теперь. Ах ты наглый хряк, вот как тебе не стыдно такое совершать, а вот просто. Ну, таким быть, я считаю. Еще и орызает, смотрите. Ах ты беконистая тварь. Полезай в бургер, там и сиди. Ага, не все такие, понял. Зря. Так, три кабана осталось, да? Один даже умудрился добежать. Вовремя подскочил, получается. Из моих-то никто подбежать-то и не сможет, по идее. Ни у кого не хватит движения. Ну да. Ладно, давай тогда скипаем ход у всех. Позволим лучникам завершить работу, получается. Хотя Демонсина давайте все-таки подтянем, наверное. Мало ли что. Ну и тебя давай тоже за компанию. Так, давай, освобождай нашего лучника от кабаньего гнета. Не, не отпущу. Угу. Всех скушаем, абсолютно всех. Отлично. Так, забираем всю еду, чинимся полностью. И я капец какой теперь перевешенный из-за всего этого мяса. Фак. Ладно, давайте станем лагерем тогда. Попробуем кусочек свининки пожарить хотя бы один. Да. Так, ладно, давай. Что-нибудь пожрем, получается. Ага. Отдыхаем. Все еще перевес. Угу. Видели бы меня сейчас мои родители, они бы гордились воителем, который из меня вырос. Да, тебя напишем близким. Пускай он очки опыта получает. Так, еды у меня дофига. Дайте, наверное, еще один день в лагере постоим. Чтобы больше очков опыта получить. Не очков опыта, а очков дублести, имею в виду. Заодно ЗП-шку выплатим. Угу. Перевес, оказывается, офигеть, какой здоровенный. Ай, ёпростай, чё такое выкинуть? Да. А я не знаю. От чё б такого отказаться-то даже? Так. Может, что-то мы использовать сможем.
Ожидаемую выгоду можно взять. Давайте, наверное, мотивируем. О, ништяк. На выход. Отлично. Так. Ну, это я только еще глубже забуриваюсь. Но мне надо, наверное, по дороге идти лучше. Давай. Чтобы к городу дойти, там хотя бы можно будет часть снаряжения использовать, наверное. Ну, в том плане, что скрафт что-то себе, да? О, нифига, они тут с медведями ходят, смотри. Сурово. Ой-ё, это что за срань такая? Мне не нравится то, что я вижу. Здорово, панда. Паримся еще прямо, вам придется заплатить спутникам 0 монет. С радостью. С радостью. Очко знаний, поехали. А что бы такое изучить, я даже не знаю. Более жесткий манекен. Или снарягу. Дайте, наверное, снарягу, может быть. Давай, набор мастера кузнеца на шлема. План Гаруса. Можно торговый пост захерачить. Кстати, сделаем, чего нет. When I was young, I traveled the world. All you have to do is buy the land and pay craftsmen. Еще 500, давай. Почему бы и нет? Сюда можно будет часть добра скидывать хотя бы. Например, всю алкаху, как вариант. Зачем мне столько с собой алкоголь таскать? У меня не так уж много алкоголя, оказывается, было. Ну ладно. Так, что мы там? Новый путь? Нет пути, давай. Полный инвентарь говна, и не говори, чувак. Тут реально у меня полный инвентарь говнища. О, смотри, бандит прям в город зашли. Смело, смело. Тут кузнеца, что ли, нету? Сука, вот это вот подло, кстати, то, что кузнеца нет. Это говёна. Алазар refuses to give us any. Try the smugglers. Опять злой бучий кот там орёт. Так, бывай, давайте что-нибудь изготовим тогда. Акетская сталь. По-моему, мне она нужна. Для моих куварных дел. И не ставил вроде как еще. Угу. Минус 5 кг, летит ты. Сбросил он, дружище. Но по-моему, кстати, это такая масса, которую организм готов спокойно типа потерять, набрать. Довольно быстро, причем, если мне память не изменяет. Че не ешь, пидристай? Ай, слова мудрого человека, походу. Который прошел через страшный мук. Меня это тут пугает на фоне, слушай, чуваки. А, верно. Информатор. Эндерн is probably the most hostile, dangerous region you'll ever see. My grandfather was a soldier in the Edoranian Legion. He fell in love with my grandmother during the war. Давайте споем классическую песню наш Рагнара Рыжего. Thank you.
Вот я за что тактику не люблю, да, тактические ролевые игры, так это за то, что они очень однообразны в своем геймплее. Меня это немножко, конечно, угнетает. Самую малость. Guitar Hero, да пипец какой-то, на самом деле, если так подумать. Ай. Я, ну, реально не знаю, хочу ли я допроходить эту игру, ну как, допроходить, да? Она же, ну, по сути, неплохая сама по себе. Во сколько СУС? Хороший вопрос. Я думаю, наверное, еще немножко здесь потусить, в этой игрушке, да? Пойти поесть и, наверное, там уже зам будет запускать. Полчаса, час. Поиграем еще, наверное, в этом. А потом посмотрим. Реально, вот что-то не хватает мне катастрофически. Здесь. А вот чего именно? Вопрос хороший, конечно. Не знаю, может, пьяным надо в эту игру играть или типа того. Давайте на выход. 30 минут ада за Польшу, о, ну ты почти как я, фактически. У меня тут тоже 30 минут ада. Ой, ладно, не. Не, знаете что, давайте, наверное, действительно на этом моменте мы эту игру дропнем, потому что я не хочу этим всем заниматься, честно, скучно. Становится просто кошмар. Игра хорошая, но я больше не могу. Вот честно скажу. Просто у меня больше нету сил. Вот все. Поэтому хитрый план капкан. Я сейчас пойду поем. Это будет довольно быстро, наверное. Ну, максимум час. Максимум. И мы пойдем в зомбой. Будем там сидеть, развлекаться. Я напишу, что я фактически эту игру прошел. Если что. Потому что, ну, тут нет сюжета, тут нету каких-то прям квестов. Да, тут какие-то события, конечно, происходят, но это ни о чем, я считаю. Прошел ее мысленно. Именно, дорогой мой друг, все так и есть. Как бы я в своем познании уже настолько преисполнился, что прохожу игры, даже не играю в них. Ну, типа, здесь не будет такого момента, что я дохожу до определенной точки, у меня идут титры, и все. И мы такие, вау, класс, это было чудесное приключение. Нет, это не так работает, к сожалению, с этой игрой. Это просто, ну, песочница, по факту, в которой ты ходишь отрядом наемников, что по-своему, конечно, хорошо. Но мне бы хотелось логическую точку поставить. Так, Варталес. 2023. Yeah. Угу. Ну и плюс я наконец-то себе 20 гигов освободил на компе. Я думаю, она, кстати, побольше весит. Не удивлен, что она такая маленькая. Ну и ладно. Ну и ладно. Зомбоид мысленно еще не прошел. Там еще проходить и проходить фактически. Поэтому это надолго. Там, кстати, по зомбоиду выпустили новый дев-блог. Я сидел вчера ночью, читал. Но еще не скоро, короче, они это выпустят, конечно. Ой, как не скоро. Но рации, смотрю, модельки переделали, добавили всякие эти самые подсумочки прикольные. Каски и же с ним. Видосики не смотрел. Ну, там, по сути, преследование оленя, да, эти самые, как его. Ну, эти самые.
всякие автоматы, лесопилки и тому подобное. Вот. Расширение системы крафта. Все как мы мечтали. Так, ладно. Объявляю паузу, которая не пауза, да. Вернусь где-то максимум через час. Не прощаюсь. Но до новых встреч.